Всем привет! Бой 2 на 2. Против нас Душа, Колокола на Азия Элит и Крым. Клан Крымский Хан у меня в напарниках Сома. Так, ну что, все-таки добралась до меня эта функция. Отдаление экрана, я очень рад. Я не тестер. А вот, смотрите. В этом бою покажу вам идеальную застроечку. Вот, я красненький, мой напарник желтенький. Можем наблюдать, куда я выкинул стройдвор. Говорю напарнику, чтобы забирал море. Когда я играю на этой карте, и именно вот с левой стороны я оказываюсь, да, то есть мне дольше всех выходить в море, вот, я море не беру, все отдаю напарнику, ему быстрее выйти в море, вот, ну и собирать контейнеры, пока я там доплыву. Так, смотрите, собрали контейнеры вроде неплохо, да, ну, 50 на 50, может быть, собрали, вот. Оппоненты у нас сильные, так, ну и посмотрим, что у нас получится в этом бою, да, вот смотрите, расставляю разведочку, все как положено, в основном конфедераты через этот холм гребут атаковать, вот, напарник тоже ставит разведочку, все аккуратно, все четко, говорю напарнику, что буду играть авиацией, вот, напарник у меня 22 ранга, и он по прокачке слабее меня, слабее всех нас, в общем, у него 9 ветка, я уверен, у оппонентов побольше будет. У меня 11, почти закрыто 12. Вот. Я, значит, прокачал авиацию и теперь стараюсь почаще играть авиацию, да. Как бы научиться ей играть хочу. Вот. Ну и в этом бою посмотрим, что у меня из этого получится. Напарник поставил разведочку везде. Смотрите, вообще четко все. Лечу, разведаю. Койотам разведали, ничего не увидели. Вот сейчас разведуем, смотрим. Ага, синий игрок, значит, будет играть авиация, 4-й уровень штаба, все как положено. Смотрим зеленого, ну, зеленый будет играть наземкой. Угу. Все ясно, все прекрасно, все круто. Решил тут маленько понапрягать, вот кречет там. Летаю, значит, бью своих оппонентов по чуть-чуть. Ковыряю, тут к напарнику дельта прибежала. Так, я, значит, 4-й штаба только вышел, готовлю кречетов. Извините, маленько приболел. Да, 4-й уровень штаба у синего конфедерата. Тоже идет в Масавия. Так, вот здесь опять вылетаю. Вылетаю гасить маячков. Да, вот тут маячки конфедерата ставят. Вот, и периодически уничтожаю. Скажем так, напрягаю. Вот, заставляю понервничать. Дополнительная разведка койотам. Его уничтожают. Вот, удостоверил себе, что будет авиация. Аэродром стоит, значит, будет авиация. Смотрите, всю базу облепили. Перехватил здесь вертексы. Два кречета перехватывают вертексы, но они его даже не роняют. У него только забрали половина ХП, наверное. Вот, пытаюсь догнать, но не догнал. Вот, маленько не так полетел. Нужно было на перехват лететь. Потом только додумался. Но уже было поздно. Так, ставлю две ПВОшечки. Завод спецмашин поставил, по-моему, да, чтобы дикобразов делать. Да. ЗШМ и ЗСМ поставил. Так, лечу опять. Что, смотрю, что вообще. Маячков гасить. Посмотреть вообще, что по карте происходит. Вот. Конфедерат там вылетает за мной. Так, напарник готовит ЕГХ. Напарник готовит ЕГХ. И сейчас будет атаковать своего зеленого оппонента, который напротив него находится, да. Вот, просит меня разведать, говорю ему так точно, и сейчас лечу на разведку. Смотрим, где стоит армия, ПВО, особо лучше не залетать под ПВО, да, потеряю кречетов. Ну и не стоит забывать, что у нас имеется синий оппонент еще, да, он тоже выходит в авиацию, мне авиацию лучше не терять, а вот попридержать, скажем так, на перехват вертексов от синего конфедерата, да, или торов, я не знаю. Если они будут, конечно. Так, ну, сейчас все увидим. Напарник собрал вот ЕГХ. Ставит дополнительные оборонительные сооружения. Вот. И сейчас будет вылетать. Смотрите, вертекс вылетел. Да, залп. Нет, залп не дал. Попал под ПВО очень хорошо. Да, вертекс на разведку летел. Вот, и я здесь, смотрите, вылетел, увидел Тора. Вот. Ой, увидел молота, уничтожил его и улетаю обратно на базу через напарника, да, чтобы вот на перехват ко мне не вылетели. И говорю, что буду атаковать. У меня имелись три альбатроса. Извините. И вот атакую. Бабах, красная. Красная атака. Надо было золото нажать, тогда бы уничтожил, наверное. Вот, ну, прожал красную атаку.
Напарнику это все, конечно, понравилось. Вертексы вылетели на перехват, но я вылетаю на перехват вертексов. Ничего не перехватил. Улетаю обратно на базу. И напарник выдвигается в атаку с криком «Ух! Ух, как хорошо!» Ну, сейчас по плану как бы должно быть, что войска Котсоны, да, и он их быстренько побьет и начнет носить базу Зеленого Конфедерата, да? Ну, смотрите, Зеленый Конфедерат набрал где-то зевсов. Не знаю, когда он успел. Вот. Целую кучу зевсов вывалил. Прилетают торы, смотрите, и тут я как раз на перехват помогать вылетал, увидел торов и вылетел, и сразу же вылетел на перехват им. Но меня перехватывают вертексы, да, смотрите, как все четко. Ах, ай-яй-яй. У меня всего лишь осталось живых два кречета, вертексового оппонента. Получает от дикообразов, напарник красавчик, дикообразов тоже сделал. Ну и армию зеленого он уничтожил. Армию зеленого уничтожил, да, и сейчас вот уже выдвигается. Так, по миникарте, да, вот можем наблюдать, летят мои альбатросы фуловые, да, бить синего оппонента. Бьем ему заводы, чтобы воспроизведение авиации было не таким сильным. Так, видим здесь вот тор летит, бомбит, ну и вылетают вертексы меня на перехват, и тут по плану должен перехватить их я, да, вот перехватываю, неплохо вроде получается, одного роняю. Ну, я дикообразов, я думаю, там тоже упадет. Так, ну, у напарника остался всего лишь один дикообраз, да, видимо, он только один стреляет. Вот, тор пробомбил удачно по дикообразам. Вертексы летает, туман пока работает. Ну, и смотрите, он уже начинает сносить базу зеленого. Конфедераты потихонечку, полигонечку начинают ее покусывать. Летают вертексы, летают торы. Вот. Падают вертексы. Тем временем я пока на перезарядке сижу, да, коплю авиацию. Вот. Вроде бы пока все в порядке, все идет по плану. Вот. Садится хамелеон. Вот тут уже что-то пошло не по плану. У напарника нету хамелеона, одни ягуары. До заказа он отправляет на базу не стал. Ну и летят, конечно же, торы, начинают его уничтожать. Так, лечу на перехват. Получится перехватить? Нет, лечу не на перехват, а лечу бомбить альбатросами. Лечу бомбить альбатросами, что буду бомбить? Второй авиазавод, да. Буду бомбить второй авиазавод. Ну и меня, конечно же, перехватывают вертексы очень хорошо. Смотрите, ай-яй-яй. Ой, как больно прям. Вот в этот момент. Ну и тут перехватываю я вообще четко, красиво. Вот еще бы один залп. Добей, добей. Ай-яй-яй, не добили. Пулемет у меня не фуловый на кречете. Так, наверное, все-таки с пулемета бы добили, мне кажется. Вот. Один хамелеон у моего напарника имеется, он сразу же выдвигается в атаку, не дает зеленому конфедерату восстановиться. Вот. Я тоже как бы стараюсь не давать синему конфедерату выходить в авиацию, да, стараюсь как-то все время его напрягать. Вот. Начинаю ему бомбить аэродромы с авиации, да, именно где торы сидят. Вот. Но торы пересаживаются еще на два аэродрома, теряю я здесь, теряю альбатросов. Вот, вылетаю на перехват, но конфедерат не пальцем деланный, он не полетел. Не полетел добивать. Вот. Так, здесь напарник теряет хамелеона, тоже четко пробомбил по хамелеону. Так. Так, авиация. Лечу на перехват. Лечу помочь напарнику. Да, вот бью зевсов. Именно зевсов бью. Не вертексов. Надо было, наверное, переключать вертексов. Да, армия здесь, смотрите, совсем чуть-чуть осталась в сторону. Но увидел опять торов и переключился на торов. Добью. Добей. Да, положил торов. Вот. Сразу же потом переключился на зевса. Ну, меня перехватывает вертекс. Ай-яй-яй. Надо было улетать. Не надо было бить зевса. Сбил торов и сразу улетай. Но нет. Мне надо полетать. Надо добивать. Надо добрать. Вот. В следующий раз буду умнее. В следующий раз буду сразу улетать. Вот. Лучше лишний раз, скажем так, перестраховаться. Так, вот тут бомблю завода, не добиваю. Ай-яй-яй, как меня перехватывают вертексы. Ой-ой-ой, тут перехватываю вертексов я. А смотрите, как четко я их перехватил. Все, они все уничтожены. Вот, у меня осталось раз, два, три. Три кречета. Ай-яй-яй, меня еще перехватили. Синий, в общем, конфедерат тоже четко летает авиации. Прекрасно. Так.
Смотрим дальше, что будет происходить. Никак, никак мы не добьем базу зеленого конфедерата. Вот вроде бы все на базе, да, но что-то пошло не так. Так, вот вовремя передвинулся, пробомбил Тор. И напарник. Смотрите, здесь синий конфедерат подогнал свой Зевсоград. То есть он сейчас, получается, играет на два фронта, на землю и воздухом. Пытается отбить своего напарника, но мой напарник не сбавляет натиска, да, и начинает прессинговать. Бью ПВО, нужно было бить сразу градов. Вот я бью ПВО, думал, с одного залпа ее выбью, но она очень бронированная, даже без электроэнергии. И сейчас, по-моему, отступаем. Да, отступаем. Понимаю, что сейчас пролетят вертексы и начнут меня перехватывать. Ну и плюс армия моего оппонента была, ой, моего напарника была разбита. Копится до заказ. Так, я опять лечу. Лечу альбатросами. Наверное, буду бомбить зеленого. Да, помогаю напарнику, да, бомблю заводы. Да, буду бомбить заводы, чтобы зеленый конфедерат пока не воспроизводил свою армию, чтобы моему напарнику было проще его пробить. Лечу на перехват вертексов. Ай-яй-яй, не перехватил. Не перехватил вертексов, но смотрите, как интересно. Перехватывают меня, и я здесь теряю кречет. Догонят меня? Нет, не догонят. Вертексы отступают. Напарник улыбается. А, по-моему, я летел атаковать штаб. Да, я летел атаковать штаб, потом увидел вертексов, переключился на них, но они быстрее переключились на меня. Да, точно. Напарник улыбнулся, да? Но понял, что произошло, что я рукожопик. Так, бомблю штаб. Все-таки пробомбил я штаб не кречетами, а вот именно альбатросами. Здесь вот, смотрите, вылетал на перехват вертексов, да, но чуть-чуть прям вот опередил этих вертексов, а так бы перехватил их прекрасно. Сейчас, по-моему, буду отступать. Да, буду отступать. Вот. Нет, не отступаю. Смотрите, помогаю напарнику, бью грады, да. Вот тут летят торы, и сейчас, по-моему, переключусь на торов. Смотрите. Нет, на торов переключаться не буду. Все-таки добиваю градов, да, чтобы они не мешали. Но тут перехватывают меня. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Нужно было улететь. Нужно было улететь после второго залпа. Вот. Но напарник туман работает, все прекрасно. Вот. Армии синего здесь немного. Зеленого все добрали. Ну и смотрите, практически синий остается 1 в 2. Вот. Так, напарник у меня 22 ранга, да, слабенький, 9 веток умений. Вот, ну, по прокачке, но очень хорошо играет, своевременно все делает, понимает, видит игру, все четко. Так, смотрим, летят альбатросы на меня, и точнее, летят альбатросы мои, да, их перехватывают вертексы, всех положили. Тут вот перехватываю я торов, одного положил, тут вот еще альбатросы мои летят. Ну и, по-моему, мне сейчас там что-то снесли. Сносят штаб, вертексы и торы. Перехватываю торов, да, на вертексов. Внимание не обращаю. Вот. Возвращаются мои альбатросы, возвращаются кречеты, но у меня нету штаба, представляете? Все, меня из игры выключили на какое-то время, пока я не восстановлю штаб. И не могу воспроизводить свою армию. Вот. Лечу аэродромы, да, боюсь, что будет сейчас бомбежка аэродромов. Так. Вылетаю кречетами, проверить зеленого, не восстанавливается ли он. Смотрим. А здесь мы видим, что у нас зеленый конфедерат решил восстановиться, но меня перехватывает вертекс. Ай-яй-яй, ай, как больно, ужас, просто ужас. Я теряю очень много авиации. Вот в этот момент бой маленько развернулся в ихнюю сторону. Лечу на базу, да, под ПВО прятаться напарника. Но у нас имеется ЕГХАМ, неплохой ЕГХАМ. Вот, напарник выдвигается в атаку и сейчас будет атаковать. Вот тут я бомблю альбатросами, последними, еле живыми. И попадаю как раз по самолетам. Так, вот здесь опять, смотрите, меня бомбят. У меня строится штаб и его сносят. Ай-яй-яй, летят вертексы. Не перехватывают они. Вот. Я, по-моему, тоже не перехватываю. В общем, пока все плохо. Но вся надежда на ЕГХАМ напарника. Опять меня перехватили. Вот тут вот под ПВО залетают вертексы, начинают
потихоньку падать. Так. Ну и смотрите, ЕГХМ залазит на базу зеленого конфедерата и начинает его уничтожать. Тем временем у мои самолеты на подзарядке, ставлю опять штаб, восстанавливаю. Напарник здесь вроде неплохо справляется, у него отличный ЕГХМ. Вот, добивает он все-таки зеленого, все, добивает зеленого. И сейчас будет атаковать синего, да? Давайте посмотрим, что будет происходить. Летят мои альбатросы опять, смотрите, три штуки. Стараюсь я не давать поднять этих самолетов синему, да? Все, стараюсь бомбить аэродромы с самолетами. Вот, побомбил Тор. Потерял я своих альбатросов всех. Напарник отступает, видать, у него садятся хамелеоны. Я ему говорю, чтобы атаковал синего, напрягал, потому что у меня восстанавливается штаб. Вот, говорю, чтобы оставил пару ягуаров на базе у зеленого, да, если вдруг он захочет восстановиться, чтобы ягуары быстренько отработали по штабу. Вот. Я восстанавливаю штаб. Авиации у меня нету, то есть напарник остался один на один с синим практически. Вот, у меня там чуть-чуть совсем. Летаю здесь, вот, разведаю, пытаюсь подловить, вдруг Торы будут. Вот, своими двумя или там тремя клетчатыми, еле живыми. Так, ну смотрим. Уже начинаю делать технику, да, если чтобы помочь напарнику по земле как-то продавить. Вот. Напарник постепенно подвигается и бомбят Тор. Ай-яй-яй, четко ударили. Здесь я их перехватил четко. Но ни одного не положил, зато потерял клетчатов. Ай-яй-яй. Ну тут они под ПВО тоже залетели прекрасно. Напарник тоже подходит. Так. Откуда вот у него вертексов столько много, не могу понять. Когда успевает сделать, я ему бомбил заводы, сносил. Так. Напарник уже начинает покусывать базу оппонента и накидывает град. Очень прям, смотрите, как ай-яй-яй. Сел хамелеон, да, все. Сел хамелеон, бомбят Торы. На последнем издыхании держится, скажем так. Вот, говорю, что буду атаковать градов, да, чтобы они не напрягали. Потому что грады не дают подойти поближе. Вот, зевсы сдерживают на расстоянии, а грады с этого расстояния накидывают по ЕГХМу. Ну вот, градов нету, зевсов тоже. И напарник уже начинает покусывать пазы. Ну вот и задача. Смотрите, сели хамелеоны, пробомбили Торы, и армия моего напарника растаяла. Летят мои альбатросы. Что они будут бомбить? Бомбят аэродромы. Эх, почти добили. Вот, ну, почти не считается. Все. Армия моего напарника погибла. Мои альбатросы погибли, да. Лечу вот двумя клетчатыми добить вот этот злополучный аэродром. Но Торы все равно пересядут на другой аэродром. Так, у меня здесь уже третий уровень, четвертый уровень штаба. И я начинаю уже опять заново копить авиацию. И смотрите, вот это вот вообще сюрприз просто. Я этого в бою, если честно, не заметил. Напарник все это время делал аллигаторов по одной, по две штучки. Вот это был сюрприз. И для меня, и для оппонента тоже. Он вообще никак не ожидал аллигаторов увидеть. Вот это да. Ну, здесь уже, я думаю, исход боя ясен. Если бы не аллигатор, я думаю, я не знаю, что бы было. Вот. Тут опять, видите, Торы имеются и куча вертексов. Ну и вот мои альбатросы летят бить аэродромы. Получится. Да должны, я думаю. Бабах. Забираю два аэродрома. Остался один. Постепенно, потихоньку, вот, начинаем его пробивать. Ну, я думаю, дальше уже исход боя будет ясен. Начинаем уже добирать базу синего оппонента. Пятый уровень штаба. Все дела. Вот опять лечу бомбить. Ну, здесь уже все, добираем базу. Вот такой вот бой, друзья, у меня получился. С такими вот сильными конфедератами. Они на картинке могли их наблюдать. Ну, дальше контакты. И все вроде. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.